ведем специальный репортаж. Специальный репортаж, пока отца Федора нет на месте, он отлучился по важной нужде. Мы можем заснять его на скрытую камеру. Пойдемте и посмотрим, что же он там делает. Что же он расчехляет свой большой бананза и писает. Отец Федор, репортаж, отец Федор, просим. Отец Федор, с Аляски, прямой репортаж. Это передача «Путешествуем по Аляске» с отцом Федором. И да, и только что я поссал в центре Сьюарда. Понимаете, мне хорошо, и я рад. Моя душа облегчилась и довольна. А так, знаете, хорошо пописать в центре Сьюарда, на природе, вот в этих кустиках. Посмотрите, заснимите кустики, пожалуйста. Я и кустики. Кустики лучше не для пописать. Вот, ну, понимаете. На этом репортаж «Путешествуем по Аляске» с отцом Федором заканчивается. И ждите репортажи в следующие мгновения, секунды, минуты, или дни, или недели, или года, или когда-то мы с вами больше увидимся. Алло, все, хорошего, пи-пи-пис. Come on, guys, все.